Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор альгинатной маски криоактивации. Это очень полезная маска. Альгинат сейчас очень популярен в косметологии, даже в салонах красоты ним пользуются. Данная маска разглаживает морщины. Эффект вы видите сразу после использования. Она отбеливает кожу, если у вас есть пигментные пятна или веснушки. Тогда кожа станет белее и пятна станут менее заметными. Также кожа становится свежей, увлажненной, пропадают различные маленькие прыщики. Даже если у вас угревая сыпь, маска может убрать инфекцию, воспаление, и ваша кожа снова станет чистой. Наносить ее нужно правильно. Сразу добавляйте немного маски и немного воды. Маска должна быть по консистенции как густая сметана. Она должна быть не густой, но и не жидкой. Перед тем, как наносить маску себе на лицо, нужно очистить лицо скрабом, нанести даже питательный крем, потому что альгинат, он усиливает действие всех косметических средств, поэтому кожа как раз насытится различными полезными веществами. Затем нужно будет нанести маску на все лицо, включая кожу вокруг глаз и даже на губы. Также можно полежать нужно полчаса. Даже если маска уже высохла, все равно лучше держать ее полчаса. Тогда кожа больше впитает в себе полезных веществ. Снимается она довольно-таки легко. Засыпаете края подбородка маски и снимаете одним движением. Также хочу сказать, что маску нужно наносить сразу, как только вы ее сделаете, потому что где-то минут через 3 или 5 она полностью застынет, и будет у вас уже такой комочек, который вы нанести не сможете и разбавить тоже не сможете. Я хочу более показать ее подробно. Вот такая масочка, порошок, она освежающая. У нас она идет фасовка 25 грамм. Поставщик ее Франция. Прекрасный компонент, подходит для любого типа кожи. Он не вызывает ни раздражения, ни покраснения. Никакого воспаления у вас не будет. Вот такой порошочек. Спасибо, что посетили мой канал. В прошлый раз я делала обзор отдушки «Запах денег». Вы сможете увидеть ссылочку на это видео под этим обзором. Не забывайте приходить ко мне еще, ставить пальчик вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!